Пейзажная живопись издавна привлекает поклонников изобразительного искусства. Во многом она притягательна потому, что главным содержанием пейзажа является состояние природы. Художник делится чувствами от наблюдения природы со зрителями, передавая их через свои полотна. Это в большой степени присуще и произведениям Александра Эсмонта. Художник много путешествовал по различным уголкам России. Ему нравится неброская красота ландшафтов средней полосы страны. Также он неравнодушен и к родной южной природе. Живописное творчество Александра Эсмонта привлекает органичным сочетанием лучших традиций отечественного пейзажа и современной выразительности. Обновленная Славянская картинная галерея предоставила художнику свои залы, и любители живописи с радостью пришли на открытие выставки «Времена года». Здорово, что наша картинная галерея, наш историко-краеведческий музей стал той площадкой, которая сегодня и привлекает, и аккумулирует в чем-то лучшие творческие силы Кубани. Ну, кто у нас не первый раз уже заметил, что мы потихонечку модернизируемся, и я рад тому, что даже после окончания выставки, с разрешения Александра Вячеславовича, его работы займут наши копилочки, уже мультимедийные, достойные почетное место, и те, кто за это время не смогут выставку посетить, смогут увидеть эти работы потом уже посредством нашего мультимедийного оборудования. Отдельно очень здорово и приятно, и спасибо большое Александру Вячеславовичу за то, что сегодня мы с вами становимся свидетелями открытия еще отдельной экспозиции работ Вячеслава Александровича Эсмонта. Это впервые. Долгая работа была проведена, будем говорить так, наследниками, не только сыном, но в более широком уже смысле, по оформлению работ, по построению экспозиции. И сегодня мы с вами первые на Кубани можем увидеть эти работы. Художник, влюбленный в родную землю, изображает ее преимущественно в непарадных состояниях, искренне, с глубокой любовью и уважением. Акварельная точность письма, технологически совершенные средства выражения – вот лишь некоторые эпитеты, подходящие для изобразительной манеры художника. Картины, созданные им – результат отбора многих этюдов, набросков, наблюдений, и вместе с тем работы Александра Эсмонта нельзя с кем-то спутать, так как ему удалось главное – найти свой особый почерк в создании образов. Конечно, его творчество очень интересно для славянских любителей живописи. Андрей Вишневский, Георгий Калинин, программа «События».